Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжаю играть Penumbra Black Plague. И, собственно... Собственно, меню нас встречает таким белым экраном. Это, скорее всего, проблема... Это даже не проблема, а просто то, что мы вышли на поверхность, где весь этот белый снег и прочая фигня. Так что... Просто нажмем «Продолжить». Скорее всего, мы окажемся в этой белой пустыне. Если вы помните, мы как раз-таки там закончили в прошлый раз. Вот-вот-вот, сейчас нужно вернуться, согреться. А то сдохнем нафиг, потом разбирайся. Ага. Белая бумага мне нужна. Это вот интересно. Непонятно. Кстати, тоже интересно. Три. Ага. Ладно, пускай здесь остается. Так, идеюшки. Так, мы вроде как управились, подогрелись. Можно идти дальше. То есть, помним, что откуда-то оттуда мы вышли. И там... смогли выйти на поверхность. Так, что там? А, точно. Какой надо это все делать? Ну, тут как сработает. Или на другую сторону. Про этого Реда говорили. Он не Амдреда, а Ареда, который с первой части этот шахтер злосчастный. Что-то холодно, да? Что-то холодно, даже в куртке был. Или тебя раздели потом. Так, что там у нас? Ничего интересного, ничего интересного. Пошли обратно. Вот-вот. Они поменяли вот эту вот настройку повреждений, но при этом ничего не изменили в тексте. То есть сделали какой-нибудь отдельный показатель, что он замерзает. Было бы, наверное, логичнее даже. Так, что-то у нас такое. Нам нужно обратно, извините, я пойду. Пока не умер. Ага, конечно, надо быть более. Блин, пока догреешься, я понимаю, а еще 300 часов пройдет. Что это такое? Это не то, что нам нужно. Блин. А? Байфэнд. Бочка нам не нужна. Пойдем обратно. Обратно сюда. Греемся. Я так понял, что вот эта вот тряпка, она сейчас будет нам нужна для того, чтобы как-то зажечь все это дело, а потом... Или нет, или даже не знаю.
Ну давайте попробуем просто. А, окей. Так. Сюда бегаешь как собака. Что ты тут мне рассказываешь? Я нахрен клемму. Я не понял. Что за фигня? Так. Spray can and lighter. Окей, flammable. Что там может быть такое то? Я пропустил. Фигня какая. Да, я понял. Так. Еще должно быть что-то, я пока не понимаю, блин, сразу. Алкоголь может надо просто. Он полезный везде, да? Ладно, отогреюсь немножечко и посмотрим. Да, окей. Ох уж эти квесты. Сейчас освещение просто такое так себе по-страшному. Да, эффект снега просто поражает воображение. Та-дам! Мы зашли. Stress, kill the bad guys, cure infection, save the world. Chances of success? Nil. Chances of survival? Well, you've got old Clarence on board. That should speak for itself. Chances of you buggering things up royally? Almost certain. Этот скотина в голове говорит о том, что я ни хрена не сделаю.
О, новое. Новое подземелье. Давайте посмотрим. Огромное место. Это где мы здесь вообще находимся? Что-то ни хрена не понял. Это типа оттуда мы пришли, да? Я так понял. Сейчас, подожди. Раньше было... отметка. Так, ну я так понял, что мы здесь все-таки вот в этом месте. Ое. Молоко. Кто-то пытался забаррикадироваться. Research room. Kennel, examination room, chemical laboratory, research room. Так, два. Ну да, нам туда. Другому ты не пройдешь-то. Окейшки. Кто-то пытался пробить окна. You know, you turning up here is probably the second best thing to happen to me since I've been down here. I'm reserving first place for when we get out. So, I'm not big-headed enough to think you came all the way here just to rescue me. I wasn't lying, though. I think I've worked out how to disinfect you. But, you probably saw this coming. It's not quite as simple as all that. I had to engage the failsafe on the research rooms to seal myself in here. And that means we need a key card to get me out. One of the personnel, one of the infected ones, tried to get in with a card, but I don't know where he... where it went. Look, I need you, and, well, if you do get me out, I'll give you the biggest hug of your life. Mmm. Christ! Go here, go there, fetch this, run me a bath. Typical broad, atypical circumstances. You think fate has anything to do with this? Fate is merely the war cry of those too scared to think for themselves. Прикольно. Ты говоришь, типа, я не врала, я там действительно нашла лекарство, там сейчас ты меня освободишь, но сейчас, конечно, мы тут что-нибудь по... так просто все не получится, надо будет херней немножко позаниматься туда-сюда. И вот, как бы, я тебе сделаю самый большой обнимашк, который ты когда-либо испытывал. Ну, if you know what I mean, как говорится. Вот. И тут Клэрэнс такой, ну да, там, типичная попрошайка, или как-то броуд, что бы это значило, кстати, не знаю. Вот. Типичная попрошайка, девка, что... как бы, сделай это, там, налей мне ванну, как бы, все то же самое, только обстоятельства необычные. Типичные обстоятельства, нетипичные. Так. Мы не будем полагаться на... лаборатория. А, не открывается, хорошо. По крайней мере, один вопрос нет. Не получится, к сожалению. Если вот так вот подвинуть. Такая стрёмная музыка, я такой тут снимай с херня. Нет, так не получится тоже. Если просто убрать. Нет, не дают. Ладно, пойдем дальше. Парни какие-то проросли.
The Archaic would never ask that employees work longer than the recommended 8-hour shift, but understands that enthusiasm for their work and dedication to the team may often motivate them to do so. Thank you for not letting us down. О! Ага, статуэтку нашел, прикольно. Мусульники. Ящик. Ха. Это забавно. Я даже не знаю, хочу ли я туда или не хочу. Такое ощущение, что собаки будут. Ты просто чувствуешь их боль. Я смотрю, постарайся связать всю эту фигню воедино, да? Dark, isn't it? Echo! Echo! Так, вот это шутки в самый момент, правильно, да? Kinda empty. Now this. This is what it's like to be me, buried deep within the cavernous expanse you call a mind. You see, this is what puts me in such a bad mood. We spend all this time messing about with door codes, levers, human appendages, and it turns out, at the blink of an eye, I can just block it all out. Whoosh! Gone. Just you and me on some kind of messed up holiday. You think I can conjure up some margaritas? No? Shall we get the hell out of here then? Well, it's hardly better, but it is more interesting. Just. Какая забавная, типа он может управлять моими сенсорными, так сказать, восприятиями. Типа что-то там где их еще делает. То есть вы реально меня сейчас оставляете на то, чтобы я не ходил. Окей. Ну ладно, если вы настаиваете, тебе было бы интересно сходить туда. О. Маленькие красненькие ручки. Ха-ха-ха-ха. Лапы.
Вода, всякая фигня. От мертвой собаки. Так. Судя по отметинам, одна собака убила другую. Надеюсь, что я увидел последнюю из этих. Слава нючекс. Непонятно. Окей. Что-то здесь еще есть? Вроде больше ничего нету. Вырвались, там вырвались. О! Что за фигня? Слушай, мне даже интересно сейчас. Но это было немножко даже стрёмно как-то так. Да я возродюсь. Прям вот так вот. На ровном месте, да? Это было забавно. Понял, чё за фигня? Мы просто умерли. Ага, друг друга себя убили, все дела. Ужасно. Что ужасно? Я пока не понимаю, что ужасно. Внутрь заходить не буду, там все равно собаки шкребутся. А тут такая собака. Хлоба! В меня врезалось. Че врезалось? Зачем? Да, похоже, что какое-то животное сделало, но нету никаких следов. Что за запах-то такой? На улицу уходит. Ну, судя по лапам, да? Только лапы как-то странно идут. Вот тут могли бы немножко постараться. Батарейки. Ага, сохранял. Не вижу, что здесь такое. Ну вот так. Проверка эффективности, санкционированная Элфом Карпентером Возвышенным. Субъект. Вилбур Фриск, надсмотрщик, главный надсмотрщик. Исследование убежища. Shelter Research Station. Исследовательская станция
Шелтер или убежище Гренландия. Репорт заполнен Гарретом Куином. Февраль 2000 год. А моя проверка Фриска начинается сегодня. Я поднялся на станцию как его персональный ассистент, и мой репорт будет идти 6 месяцев. Так. С тех пор, как он перенял контроль над фасилити от Брена Стаферсона в 1980-м, Фриск turned up. Нашел пару precious, пару, то есть пару хороших результатов, и я собираюсь выяснить, почему. Или turned up — это пропустил пару результатов, непонятно, короче, надо посмотреть. Дальше. март 5 2000 год. После оценивания Фриска на протяжении двух недель, наблюдение Фриска на протяжении двух недель, кажется, что мои ранние предположения могли быть несколько неверны. Он выражает страсть, эффективность и больше всего commitment. Ну, то есть он включается в суть проблемы. Эти качества... ably demonstrated, были хорошо продемонстрированы его недавней находкой того, что называется гробница Турнгайта. Это как там Турнгейта на первичных раскопочном месте. Он, конечно же, вызвал полное расследование в полной мере. апрель 28 2000 год. Небольшая эпидемия получилась из-за открытия гробницы. Это будет идеальное условие для того, чтобы полностью оценить возможность Фриска справляться со сценариями высокого давления, ну, типа, высокого стресса. май 24 2000. Эпидемия развилась вне всякого контроля. Было слишком много жертв, и трудно не отметить Уилбора как главную причину. июнь 13 2000. Фриск потерял весь контроль. Пока какое-то количество выживших убежало, и другие заперлись в холле месса, ну там, где мы были, где там эти холодильники открывали, Фриск выбрал запереть себя в кеннелях с оставшимися собаками для защиты. У меня не было никакого выбора, но последует за ним, чтобы завершить мой репорт. Сентябрь. Возможно, 2000. Я потерял всякое чувство времени, но Фриск, кажется, почти испытывает удовольствие от себя. Он стал очень близок с собаками. Каждый день он оставляет leave the compound, короче, он оставляет укрытие, я так понимаю, что это укрытие за едой в на основной базе, и затем он кормит их животных, несмотря на то, что какое-то количество из них инфицировано. Октябрь. У Фриска развились какие-то странные симптомы. Он стал чувствительным к свету. И самый маленький свет пугает и отпугивает его.
Он также выражает почти анималистические тенденции. Он выкопал какие-то... вкапывался в какие-то стены и прятался за ними. Дальше я подозреваю, что он выходит из фасилити ночью, возможно, даже в шахты. Какие-то из собак стали мертвыми. Запись восьмая. Восьмая, да? Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да. Сентябрь, октябрь. Короче, запись восьмая, да. Я смотрел за Фриском еще какое-то время сейчас, и я верю, что я могу заключить мой репорт. Фриск показывает очень высокую эффективность, но я теперь вынужден сомневаться в его суждениях, несмотря на то, что осталось довольно много еды. Мне кажется, что он начал есть собак. Запись номер 9. Когда я проснулся этим утром, там был труп, лежащий на полу подо мной. Я сломал этот самый флешлайт, ну, фонарик. Нет, broke out. Выхватил свой фонарик, испугавшись, что Фриск мог быть убит, ну как бы побит или умер. Как только я сделал это, я ничего не мог поделать, но видеть, как краем глаза, ну, поле моего зрения, краем глаза, что Фриск убегает обратно в эти самые, в тени. Мертвый человек был доктор Робертс, ученый, который, как мне казалось, убежал в шахты при первых показаниях эпидемии. У него были следы укусов на... in his side. Короче, у него были следы укусов, и кажется, что его тащили какое-то время. В дополнение, его язык был пропал. Слушайте, это может тот чувак, который в самой первой части, который там с пауками начал питаться. Я продолжу наблюдать за Фриском, но начну принимать дополнительные предосторожности по безопасности. Его язык was missing. Прикольно. По-моему, тот чувак, который... Роберт что-то там. Ладно, сохраняемся. Каждый раз, когда я подхожу к этим, меня немножечко отпускает. Кстати, а где Кларенс во всем этом? Непонятно, согласен. А? Свет, что ли? Похоже, что что-то будет в стенах. Да, подожди, я не понял. Так, у меня тут звуки какие-то странные. Это не просто странные звуки. Мой мобильник.
Так, мне кажется, что... А где моя зажигалка? Или ее отобрали же? Ни хрена себе. Подожди, я включил же. Ага. Круто, чё? Search out danger and throw yourselves head first at it. I'm starting to become seriously desensitized here. Bleeding corpses, кровавые шлюхи. Куда ты упал тут? Что за фигня? Типа, кажется, что ты специально ищешь. Да-да-да, я понял. Я хочу просто глянуть там одним глазком. Да-да-да, все. Там какая-то нахрен темнота, блин. Какой-то ученый, блин, Half-Life. Только не Half-Life. Что тут нужно этот ящик взять? Там вытащить и запихнуть и пропихнуть что-нибудь. Вот так вот взять, блин. Пипец, ну и физика. Запихнуть, пропихнуть и не трогать. Так вот, знаешь, вот так вот поставить. Все. Сука. Физика здесь на уровне, не знаю. Первые халфы. С одной стороны, вроде выглядит классно, с другой стороны. Все это ни хрена не сработает, потому что оно будет ладушки. Давайте и сохранимся немножечко.
Сохранимся. Я никогда к этому не привыкну. Закрыл. Помогло. Да. Интересно. Тело покрыто усами и царапками. Keycards! I hate keycards! Whatever happened to good old bolts and padlocks? That's what I want to know! Ненавижу карточки доступа. Что случилось со старыми добрыми замками? Точно попал. А, слушай, забрали. Прикольно. Что тут за твари там выжили? Это черт его знает, херня какая-то. Где мой фонарик? А, он не работает. Ёкарный. Пойдем обратно. Загрузочка. So, wanna let her rock a few more hours, make her really appreciate this daring rescue attempt, or shall we go let her out now, make the most of her while she's vulnerable? Huh? Nudge, nudge. Wink, wink. Eh? Забавно. Типа, отпустим ее сейчас или прям вот это? Подождем немножечко. Ой. Пошел нахер. Есть такое волшебное слово. Ты
Вы такие тупые. Но очень надоедливые. Как спрятаться от монстра в коридоре, черт побери. Играйте в пеномбру, да. Сейчас, один момент. Ну что же, попробуем-ка. А, это просто бутылка-то, ёкарный бабай. Чувак с ломиком, да, бегает тут такой. А у меня ни оружия, ничего. Мне интересно посмотреть, что в округе еще есть. Так. Trail of Blood. А где ты там бродишь-то? Собака ты. Один, два, три, четыре, пять. Давайте пройдемся, посмотрим, что тут вообще творится такое. Так. Да-да-да. Не больше всех остальных. Так, темнота, темнота это. Ой, я вижу, там чувак этот вроде дурак. Дурашка этот. Зачем было блокировать? Это я помню. Ничего на нем на данный момент, да. Комната, в которой можно посидеть, выпить прошел-то, то есть вот так вот, там какая-то коридорщина, да, ага, это забавно, конечно, окей. Так, вот так вот, вот так вот, 5 это у нас Chemical Research Lab. И где я тут окажусь? Ну, покажите, покажите. Ядрит, мадрит, ни хрена себе. О, дам! There's a gas leak!
Guess we won't be getting through today. Let's come back another lifetime, eh? Monkey? Так, эта дверь открывается, только если что-то должно мной случиться пострашно. Ну давай попробуем сохраниться туда что-то. Труба, куча заплаток, и некоторые определенно отваливаются. Ну да, что-то мне не кажется, что я могу там что-то сделать, а жаль. О, смотри-ка, патчворк. Так, что там у нас? Три. Другого последующего нахождения. Так. Должен быть единственный человек с фонариком в этой вселенной. Так, это мы там были. Вот 5, это Chemical Research Lab, который нас не пускают. Вот. Так. Дальше. И, собственно, если мы пройдем туда, тут какие-то помещения будут. Угу. То есть нам нужно пойти здесь, дальше и вот на самый верх. Лаборатория, да. Так, какие-то сломанные окна и выстрелы. Я что-то не видел до сих пор. Gunfire in one watch. Вот, в Клибарке в Сандайне был бы каким-то. Что-то у меня есть впечатление, что оно сейчас...
вроде здесь она открывается сюда. А, стоять. Дверь откроется сюда, значит, трешечку, и здесь вот еще две можно посмотреть. Вниз, то есть направо, и... Типа вообще ничего подозрительного. Ага, вон туда надо. А, это ты тут бродил, понятно. Чё. Пойдем зайдем лучше в их Domination Room, и там этот дурачок будет ходить туда-сюда обратно. Ну, хорошо. Странные химические формулы, сложные медицинские вещи, это не моя сильная сторона. И похоже, что он работает. Ладно, сохранимся. Так. Похоже, что я в безопасности, когда я внутри. Как будто нечего терять на Кларенс. А он не там, не со мной. Потому что не надо. Ой, кроловка. Экзаменационный центр, да? Даже интересно. Так. Кто-то хотел, чтобы все, что остается на компьютере, осталось тайной. Батарейки. Так, старая прогнившая полка. Так, какая-то обычная и не впечатляющая ландшафтная картина. Как будто не к месту здесь. Ну да. Ух, забавно. С другой стороны заблокировано, естественно. Как же иначе?
Так, вот так. Окей. Собаки. Собачья анатомия здесь написана. Конина. Это самая решетка, прикрывающая вентиляционную шахту. Следы. Кто-то здесь был уже, да? Старые ржавые локерцы. То есть эти шкафчики. О, еще один. You know, all these drugs, there's bound to be a big old needle at the end of this. That'd be enough to put any man off. No shame in that. You don't want to catch anything. One virus is enough for anybody. Все эти наркотики, это такое. Штука, которая не нужна. Не нужна, но один вирус будет достаточно для любого. Рабин. Какой-то контейнер. Вот. А, какие нас эксперименты они тут делали, а? Непонятно, что там. О, еще один какой ацетон. Давай-ка я поставлю это в таком красивом порядке. Ацетон, един, хлорин. О, слушай, А, Б, С, Д. Абаца, ну почти, почти, почти. Так, что там у нас? Еще. А? Да непонятно. Непонятно, у нас какие-то туду. А? Зачем нам тут? Я знаю, как это должно рассказать. Ага. Ой. Что-то и херню какую-то сделал. Ладно, посмотрим. Все нахрен вылил туда. Там разберемся. Ну, сдохнем и сдохнем, что там. Третье марта отмечено. 2000 года.
that. Да ничего, ты не волнуйся. Ну, я, короче, бездарно влил три этих. Ой. Это разные чуваки. Они... Один украл мой ломик, другой украл мои... воришки, блин, а? Блин, один украл кирку, другой ломик. Забирали все подряд. Хоть пилу оставили. Хотя пила, конечно, бесполезная. Не знаю, что. Shelter research station is encountering technical difficulties. Please have your personal cyanide capsule at the ready. Да-да, сейчас вот прямо цианид. Блин. Pain killers. Окей, они такие маленькие стали, что-то. Так. О, еще один. Давай, блин, еще достать вот эту вот. Реально какое-то издевательство. Так. Ничего, ничего, ничего. Молоточек какой-нибудь. Нет. Какие-то длинные металлические, не металлические. А, это вот так открывается, что это? Что за херня? Какой-то эмбрион. Окей. Опять какие-то текста. Еще интересно. О, это прикольное. Ну, как бы что-то хоть что-то полезное. Какие-то различные медицинские хрени. Окейушки. Прожектор. Парис Хилтон. Сломанный аппаратик. Сохранялочка.
понятно, зачем оно нужно. Все равно где-то на ключевых местах оно сохраняется. Типа на return, чтобы было. Так, turn guide. Оно принадлежит им. Я чувствую меньше здесь. Я скольжу. Я скольжу. Что это у нас тут такое? Складик какой-то. Так, что там? Маленькое. Короче, какая-то дверь. Раньше я мог взять с собой такую штуку. О, туалет. Что у вас тут такое? Что за безобразие? Херня какая-то. Наркотики сливали, да? Знаю. Не выглядит здоровым. Так, окей. Зараза. Подожди ты. Подожди ты, блин. Не успел чуть-чуть, а? Блин, застрял, что ли? Ящиком так придавить, да? Воу-воу-воу. Ладно. Hey, good work, buddy. Give yourself a slap on the back with a crowbar, why don't you? Oh, one thing. Before you get too overwhelmed with glee,
I know murder can be a lot of fun, but didn't you quite like that broad? Damn. Hey, I think that's a piece of her skull on your shoe. Wait, don't tell me you really thought. I thought you knew I was pulling your leg. Oh, my best laid plans and all that. This is just terrible. You silly Billy. Come on, monkey. Take a joke. Что за херня? Ты показал, что тебе нравилось это. Why, oh why, are they always holding a key? Or a note? Or a swipe card? Why is it never, I don't know, a cheese sandwich? I'm starving. Слушай, какая-то странная смерть, честно говоря. То есть, она просто бегала тут вокруг, что-то там на меня пукнулась. И подставилась под ящик. Вы что, серьезно, что ли? Пипец, ну блин, вы разработчики. Не, ну как бы история довольно интересная, вот то, что вы бэкграунд такой придумали. Но вот это вот. Вот эта вот смерть, что вот первая смерть, что вот это вот, ну ладно, первая задним числом она так выглядела, окей. Окей, хотя тоже вот. Опять же, что он там переживал за него, за этого Тома Редвуда, я до сих пор не понимаю. Тоже не понимаю, это уже какой-то, господи, это какой-то баг, реально, реально не гейм-дизайнер, а сторителлер, потому что, блин. Вот, тут у меня такой вот монстр бегает, он раз и превращается в это все. Ну чё, серьезно? Что же вы глупости всякие говорите? Какая-то, блин, паноптика. Так. Не, ну конечно, в любом случае это получается так, что тварь может быть восприниматься по-разному. А может быть у него даже глюки, что он видит каких-то твари, которые на самом деле это старые профессора, или что-то вроде. И вся эта хрень, которую он тут увидел, это всего лишь его галлюцинации. Там, и он там ходит, просто убивает их нахрен. Скорее всего, так и будет. Ну, потому что уже, типа, все возможно. Угу. Так, completely sealed, то есть полностью закрыты, нельзя пройти, нельзя податься, пошли, открываем. Да. Ну, насчет этого монстра это было очень глупо. Очень глупо. Почему я не могу воспользоваться этим ножом? У нас там монстры, и как бы я как бы их убиваю. Давайте я буду их убивать, даже если это потом в Silent Hill окажутся людьми. Нет? Ну? Не работает? Boring. Where's the games on this thing? Ага. Антидот. А, исследование тунгайского вируса. Лечение Амабель Свонсон. Если вы читаете это, я полагаю, что вы со мной больше не будете иметь дело. Я знаю, что вы пытались, ну, делали все, что могли, поэтому я предполагаю, что если вы я понимаю, что вы пытались, делали все, что могли, поэтому я предполагаю, что хотя бы... А, ну, поэтому, возможно, я так
вижу, что хотя бы спасибо за это, что вы пытались, по крайней мере. Я подумал, что я могу что-нибудь сделать, чтобы помочь им, в случае, если я не буду здесь рядом сама. Извините, если это немножко формально, это сила привычки, я полагаю. Тезис. Значит, цель этой процедуры – формулировать лекарство, которое будет стабилизировать инфекцию в носителе и, если возможно, выкинет эту инфекцию полностью. Эксперименты показывают, что инфекция покрывает как минимум 50% мозга, мозговой ткани, и это может быть развернуто на 80%. Ну, как бы это может быть отменено с вероятностью 80%. В редких случаях микстура уничтожит и хоста, и инфекцию. Ну, так сказать, вот она, роскошь не имения выбора. Так. Оборудование. Compound Mixer, миксер, Type ZX3, версия 2, построенная из анализатора субстанции. Химикаты. Ацетон, хлорин, сульфур, то есть сульфур, что такое, сера, да? Един, стабилизатор, АЦ. Ага, сульфур. Един, нитроген, азот, то есть, и бромин. Короче, база, катализатор, доставщик, стабилизатор, баланс и кислотный регулятор. Очень важно. И без этого это будет просто большой, большой яд для больших старых крыс. Химикаты будут автоматически держаться в указанном порядке. То есть я не нашел, где-то там еще сера должна быть. Наиболее важное добавление – это субстанция 65. У меня был доступ только к 1267, которые казались рабочими с вероятной... с вариативным успехом. 65 похож на 67, и был обнаружен непосредственно перед инфекцией, что так что он где-то должен быть за квартиф, ну короче, спрятан еще в химических лабораториях. Угу, интересно. То есть мне туда надо, что-то надо сделать с этой трубой. Я даже не понимаю пока что. Метод. Все химикаты должны быть комбинированы внутри этого ZX3. И... блять. Stored. И положены, соответственно, указанному порядку. То есть, слава богу, все... По дефолту все это порядок будет автоматическим, и можно химикаты закидывать как угодно. Так, субстанция должна быть помещена в слот контейнера, то есть там рядом был. Важно, чтобы химикаты были смешаны в следующем порядке: хлорин, ацетон, един, бромин, нитроген и сера. Так, заметьте, что из-за ошибки во время производства нижний ряд этих самых кнопок у них реверснутое наименование. Получается, что самые правые начинаются с 4 и затем увеличиваются направо. То есть получится верхний ряд 1, 2, 3, а нижний 4,
А нижний ряд 654. Угу. А, итак. Угу. Так, 654, окей. После успешного микстирования носитель может быть, короче, 3 миллиграмма может быть колото, зависит от того, насколько серьезная инфекция. Записка, то есть не записка, а примечание. Все химикаты и оборудование должны быть в экзаменационной комнате. Где-то я сульфур просрал. Predicted effects. То есть предсказанные эффекты. Так. Поскольку вирусный аспект мозга носителя кажется должен быть. Ну, поскольку хост, то есть носитель, немножко ослаблен или он на него повлияла порция оригинального хоста, да, видите? Короче, непонятно, что там будет в конце. Я просто это. Будем рассказывать сказку дальше все равно. Так, и похоже, что некоторые способности вируса останутся. Телепатия, память, возможно, даже возможность коммуницировать с центральной нервной системой. Серьезно. Даже если у нас не получилось сделать все счастливо, ну, короче, сделать все со счастливым концом. Спасибо за попытку. Это значило очень много для меня. This broad, we, sorry, you, kill her off. And she's still getting a lot of piss and wind from beyond the grave. That's about as likely to work as aromatherapy is to cure cancer. Ага. То есть ты убил ее, а мы, собственно, нам показали. Она все равно пишет какие-то дохрена всякой херни. Так. Диагностика, генеральный статус. Состояние фасилити критические, транспортировка невозможна, шанс выжить 78% и ошибка 0,78%. Ну, прекрасно, подожди. Дальше, экспериментальный статус. Статус экспериментов. Шимпанзе 3, крысы 12, человек 3. Непонятное. Так. Люди, прошедшие мимо. Так. Последние новые посетители год назад, два дня назад. Последний подтвержденный выход 8 дней назад. Всего выхода за последний город 31. В этом году 3. И визиторов 1. Подожди. Что-то один год, два дня прошло? Что за херня? Нет, там какая-то хрень. А, нет, там же этот самый был. Чувак, который следил за Фриском. Так, поддержка жизни 36. Коммуникация только. Ага. Major events. августа 1972 года. Это главное событие. 21 августа 72
Инцидент 18C случается 1 апреля 73-го. Начинается конструирование 3 марта 75-го. Заканчивается 6 января 92-го. Субстанция 63 и артефакт 66Б нашли на сайте Б. 27 апреля 2000-го расследование гробницы. И что-то там нету. Дальше. Исследовательский проект PRJC-567. Исследовали. Непонятно. Все сломано. Ладушки. Пока непонятно. Система, блин, сложная. Ёкарная баба, непонятно. Ладно. Пошли до лаборатории. Что-то херня какая-то. Ну вот это не придумали. Пиздец, какую хуйню. У меня до сих пор нет слов о том, что сделал Кларенс. За то, что сделал я. Я сдержал мой гнев в моей груди и использовал ее. Я использовал ее, чтобы продолжать. Я собирался использовать ее, чтобы вылечить себя от Кларенса навсегда. You know you'd be awfully lonely without me, don't you? We're really not that bad together. Why don't we just call it quits, huh? If you stop trying to destroy me, I'll give you a shiny penny. Типа, если ты перестанешь меня... Research Facility, Chemical... А, нам туда нужно. Так, и вот туда. Ну, типа, если ты будешь со мной дружить, я буду веселым зайчиком, а не вот этой ублюдочной тварью. Ну, что-то как-то так не внушает доверия, как ни крути. Нормально так. Побегали. Мадрид. Что там, сульфур еще не хватает? Где ж мы его просрать там могли, а? Но не оно, нет, не оно. Как-то я так вроде полностью посмотрел, оно... Что-то случилось, как ни крути. Что непонятно? Пинумбра, пинумбра, пинумбра.
херня какая-то. Может, в химической лаборатории там что-то есть. Субстанция, так субстанция. Будем надеяться, что все уже есть. Так, подождите, блин. Что у вас до хрена тут? Я то ли заблудился, то ли еще что-то. Уже у вас просто размножилось. Реально так размножилось. Так, я тут в темноте брожу, конечно. Так. Допустим, я здесь. Вон там бродит такая тварь. Так, мне нужно... А, ну это так можно вон там вот так вот пройти. Вот прям так вот пройти, я ж там дверь открывал. Зашли. Смотрели, увидели. Да не знаю, блин, что-то я как-то туплю. Что-то нужно сделать прям отсюда. Вот. Прям вот отсюда. Что тут можно сделать-то? Так-то у меня и алкоголь даже закончился. Да я прямо пламбер,
Марио. Take a right turn. Monkey, they're everywhere. Don't go on. Turn around. You'll get us killed. Нужно как-то разобраться. Что-то пока непонятно. Что делать. Just wait a minute. Maybe we got off on the wrong foot. You don't have to go through with this. We can be friends. I don't want to die, monkey. Ты чё умираешь, обезьянка? Чё за херня? Мозги. Нахуй не тянем. Подожди, я ж нажал. Типа нужно два. А что-то я не понимаю. Wait, be careful. Something's wrong. Что-то не так.
Что-то потемнело все, экран такой. Wait. Wait. Be careful. Something's wrong. Dead workers are inefficient workers. Always wear safety goggles when handling hazardous materials. And be sure to store your personal cyanide capsule well away from archaic issue aspirin. Хорошо. Так, сломанный фьюжн. Что у нас тут? Давайте сохраним. Вся. Так, эти штуки, они забирают меня. Они забирают меня. Им, я им не нужен. Что-то там бэкэнинг непонятно. Что за фигня? Ты постучись, постучись, что там еще сказать. Так, safety equipment. С этими штуками можно could learn to live with this. It might not be so bad. We'd be like roommates. We could take it in turns to drive. Just think about what you're doing. Так, emergency security protocol включает финальную линию archaic security, которая защищает оставшихся живых любой ценой. Да, хотите ли вы? Давайте yes. 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 No. Это фигу. Типа, это экстренная ситуация буквальная или фигуративная? Да, мне хотел бы. Отлично. Понятно. Ой, я дверь смотрит. Termination in 2 minutes. Ага, все, побежали отсюда. Опа-па-па. Ёкарный бабай, вы что, издеваетесь? Опа, побежали.
сохранится. Станции в запашке, я, короче, мог избавить себя от дисиза. Только как только я это сделал, я хотел, я надеялся, что я буду способен контактировать с разумом Тургейта. И как сделал это мой отец, я должен был знать, что они сказали ему, чтобы сдаться. Так, я должен был положить этому конец. I know what you're thinking. You're thinking you've got a way to destroy me. Wanna know what I'm thinking? I'm taking you with me. Ты меня сейчас любишь. Козельки, да? Viruses can spread quickly. Avoid all unnecessary bodily fluid exchange. Какая собака. Попробуем избавиться от этой твари. Here we are, end of the line. No gold watch, no thanks for the laughs, Clarence. Nothing, just a potion and a big fat screw you. Good times. Короче, да, типа, не спасибо, не до свидания, просто, типа, просто все скрую и все такое. Так. Пустая страница, отлично. Блин. Где же это может быть? А, в самом начале. Все, ты меня больше не тревожишь своими дурацкими. Examination room. Ага, нам туда, туда. Че, никто не ходит? Это было все глюки?
типа я был последний из магикян. Антидот. Что там у нас? Давайте уже запишем это все. Может быть. Поможет. Может быть, поможет. Сейчас бей-то мне тут рученька. Так. Итак, ацетон. Это что, у нас карандаш, что ли? Точно карандаш. Тон, хлорин, сульфур, сульфур, един, дин, нитроген, нитроген и бромин. Бромин. Так, хорошо. Так, дальше. Все химикаты должны быть комбинированы сохранены и должны держаться там соответственно обозначенного списка. Вот. Типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, да. Ну типа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Следующее, важно, чтобы химикаты были замешаны в соответствующем порядке. Хлорин 2, ацетон 1, ядин 4, бромин 6, нитроген 5 и, наконец, сульфур 3. Так, дальше вот первый по инструкции. Первый ряд будет нормальный, а второй ряд будет инверсный. То есть 6 кнопок, первые две сверху 1, 2, 3, а снизу 6, 5, 4. Как-то так. Ну все, пойдемте. Что там у меня ноутс? Подожди, антидот. А, вот, блин, ёкарный бабай. А я тут бегаю. Потому что вы не по порядку. Ладно, сейчас. Клэренс пропал. Может быть, он такой уже все. Все, больше не буду с вами дружить, людишки. Что это такое у нас? Значит, 2 insufficient compounds present. А где сульфур-то? Все должно быть здесь, да? Где сера? Писька тряс, блин. Где сера? Я не... Знаете, серу я что-то не нашел. Пойду смотреть. Вот то, что ненавижу эти квесты. Один предмет пропустишь, и потом так, черт побери, где ж оно бегает? Вроде как все по порядку делал. А оно, сука, нихера.
Давай, Сера, найдись. Может, в этом? Так он только двигается, а? Один момент. Так, вроде бы дали нам подсказочку. А, вот эта тварь тут. А, ёкарный бабай. Ей, супер. Ну, извини, ты уже исчерпал свой кредит доверия. Или как? Нет, правильное решение было. Наконец-то. Наконец-то. Гребаный Кляренс. Только мешался. Что это было? Произошло. Можно и сохранюсь и пойду. Это что-то непонятно. What a pretty body. Mine, mine, mine. Ого. Подожди, я не понял. А, понял. Как-то изменился. Где я? Ладно, давайте мы заканчим. Закончим здесь. Не-не-не, давайте, давайте, хватит, хватит.
Даже если там займется парочку других вещей. Сейчас я посмотрю, может быть, действительно там осталось чуть-чуть. А если так, то, собственно, закончим. А если нет, то закончим в другой раз. Ладно, тогда там чуть-чуть реально осталось, но, походу, я не хочу... Ну, может быть, на полчасика, может быть, на часик, но тем не менее. Я не хочу смешивать, это как бы целая глава там будет в какие-то три загадки еще. Так что я не буду сейчас закругляться с игрой. Ну, в общем-то, спасибо за то, что смотрели сейчас. Как бы цельный кусок уровня, цельная подземная лаборатория была освоена. Вот, и, собственно, на этом мы закончим. Увидимся в этой или в другой игре. Вот, заходите на продолжение, если вы еще не прошли и просто планируете летсплей посмотреть. И, в общем-то, дам спасибо, увидимся. А пока подписывайтесь на социальные сети, там на кооперативные сервера и прочие вещи. Увидимся, увидимся, увидимся. Да.